Привет всем! Сегодня у нас распаковка, долгожданная распаковка. Как я ее ждала, как я ее хотела. Это у нас сансевьерия. Целое коробище. Это самая дорогая посылка в сумме из тех, которые я заказывала. И здесь дорогие сансевьерии, которые я, наверное, зимой я их начала заказывать. Какие-то брала из наличия, какие-то пришли из Индонезии. Так, ссылку оставлю в Телеграме. Кому надо, туда в Телеграм. Так. Ох, какая коробка. Интересная история с этой коробкой была. Во-первых, неудобно было сверяться. Потому что откуда я заказывала, а это Ростов-на-Дону. Время разное, и они почему-то сверялись, когда я сплю. Так, здесь куча такой бумаги, сейчас все это буду бросать на пол. Потом все уберу. Просто куча. Так, главное со свиньи не выкинуть. Так. Прикольно. Замотаны. Так, в туалетную бумагу. Так. Их должно быть 9 штук. 9 или 8. Что-то я уже запуталась. О, меч. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, правильно, 8. Одна ты пришла же, я заказывала 9, а пришло 8, потому что одна не пришла из Индонезии, поставщик не доложил. Так, ну и как это теперь распаковывать? Так, 100 лет спустя. Наверное, придется сейчас остановить, не распаковать в одного. Давайте сейчас один развернем с вами. Вот эту самую длинную. Так, название тоже я, наверное, буду подписывать. Вдруг кому-то интересно. Потому что так я название сейчас точно не вспомню. Так, это самая высокая одна из сансевьерий, которая пришла из Индонезии. Так. Такая вот. Красивая. Красивый узор, высокая. Парней нету, только Сталлоне. Они все такие будут из Индонезии. Не адаптированные. Она даже не сморщилась. Этот листик, конечно. Ну, самый первый на выброс. Основной. Так, ладно, ставьте на ускоренный. Буду заворачивать все. Буду легкий. Очень удобно делать из старикового. О, лишечка. Серебристая такая. Это из наличия. Какая она маленькая. Я не думала, что она такая будет малышка. На фотографии она оказалась крупнее. Она такая малепусечка. Так, и тут у него корешочки. Так, ладно. Дальше поехали. Бумаги потратить. Так, это тоже из наличия. Вот это точно, я вам скажу, это самурай варикатный. Видите, варикатность есть. Варикатный самурайчик. У меня есть обычный зеленый такой, маленький. Это варикатный красавчик. Конечно же, их сейчас нужно будет обрабатывать. От всяких болезней и вредителей.
огромная. И они малыши. Спасибо. Ну, конечно, очень долго ждать этих закупок, какие они долгие. У кого есть много-много терпения, тот, конечно же, может заказывать. Так, это очень долго ждать. Так, такая звери тоже подпишу. Конечно, такая уставшая. Этот листик почему-то вялый, потому что он молоденький, наверное. Тоже на нее адаптированы. Всех надо обрабатывать. Со следами клеща. Не видно даже. Так. Конечно, печально, что они какие-то, как будто бы болезненные. Лучше, конечно, покупать домашних деток уже адаптированных, не заразных. Паузу. Это тоже сортивери из наличия. Большая. С корнями. Тоже вставленное название, такая варикатная. Красивая. Вот это красивая. Очень даже. Мне нравится. Покоцанная, конечно. Ну, красивая. Малышечки. Еще красавица. Мусор. Так, ладно. Дальше поехали. Фокусник. Буду вытаскивать. Честно говоря, не знаю, советовать вам. Заказывать или не советовать, вы решаете сами. Растение приходится ждать очень долго. То есть пока эта закупка соберется, нужно все это будет оплачивать заранее. Потом пока она придет, потом сколько ждать, придет, не придет. Может быть, еще не все придут. Вот, детка отвалилась. Но она была уже, это не сейчас я ее оторвала, она уже была отвалена, потому что здесь уже засох. Срез. Такая малышка. Может быть, она адаптируется. Так. Страйкер, по-моему, называется. На севере тоже такая красивая. Ханни. Много листьев потеряла. Это все будет убираться. Все будет обрабатываться. Вот такая вот. Некрасивая картина. Это вот был красный клещ. Такие вот следы. Вот видите? Конечно, все будет обрабатываться тщательно. Несколько этапов. Обязательно 100% карантин. О, какая громадина. Это из наличия. Ну, это риски, что поделать. Хотите красивые новые сенсивери? Или ищите где-то у
людей, которые занимаются населениями. Вот, покупайте, ждите, нервничайте. Самое интересное, когда они оформили посылку, она вешала 3 килограмма с чем-то. Как будто бы они принесли на почту ее, она уже была 1,7 кг или 1,8 кг. Я такая удивилась, еще написала, что это такое. Сейчас пришла получать. И самое интересное, по пути на сортировках везде они пишут 1,7 кг, 1,8 кг. А в итоге она пришла 3 килограмма, все пришло. Такая вот огромная бонсель платину. Серебристая такая. Огромная. Главное, чтобы она нарастила корни, отпилась и пошла в рост. Или дала красивую детку. А вредителей ничего не могу сказать. Да, был вредитель. Такое все сухое, скушенное. Вот. Ну, немножко типа корешочком пытался пустить. Не знаю. Посажу, улечу, запускаю, растет. Что-нибудь довольствие. Так, и еще одна последняя осталась. Так, чувствую, видео, наверное, там затянулось. Такое двуякое у меня, честно говоря, впечатление. Вроде бы они классные, красивые, варикатные. Вырастут так вообще красавцами, но то, что их надо будет сейчас обрабатывать, адаптировать. Так, это тоже из наличия. Детка. Красивая сосиверия. Конечно, хотелки у меня еще остались по сосиверии. Варикатные такие, как у бонсель, твердые, толстые, как пластиковые листья, и она такая варикатная. Но она не похожа на бонсель, которая вот растет типа вот такого, да, веера. Она такая вот туда-сюда, во все стороны. Корни есть, конечно же, но не сильно большие. Такие вот корешочки. Давайте тогда еще у этих тоже корешочки посмотрим. Самурай, конечно, умеет хорошие корни наращивать. Вот такие сейчас. Самурайчик, конечно, вообще. Я надеюсь, они у меня все адаптируются, все будет красиво расти. Малыш, какой-то там сильвер. Самый маленький, наверное, малыши. Так. Ну все. Теперь нужно это обрабатывать. Берасинфилить этот мусор. Обрабатывать. Это точно сейчас буду замачивать их в каком-нибудь препарате. Пока что еще не решила в каком. Садить и адаптировать. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, что вы скажете о таких покупках. Покупали ли вы когда-нибудь в закупках из Индонезии, или из Таиланда, из Азии, еще откуда-нибудь. Пишите, может быть, у вас ссылки какие-нибудь полезные есть. Подписывайтесь на канал, будет очень много интересного еще. Всем пока-пока!